Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вы долго наконец-то, наверное, ждали финальную серию по игре «Когда сей соседа» на GameCube. Давненько я затягивал что-то с этим, ну а сегодня мы будем ее заканчивать наконец-то. Так, у нас осталось всего три уровня. Это Мексика и последний уровень на корабле. Так, бонусные серии мы прошли, это я специально показываю для тех, кто может в комментариях, кто предыдущее прохождение не смотрел, писать там, а как же бонусные серии, все такое. Я прошел их позапредыдущей серии. Ладно, поехали, Red Bull. Так, Мексика, Мексика и еще раз Мексика. Сосед шарится, как собака по всей этой. Ладно, короче. Уровень этот достаточно сложный, вот эти три уровня. Они самые сложные. Извиняюсь, кстати, за то, что у меня в предыдущей серии было плохо слышно. Надеюсь, в этой серии такого не будет. Мне кажется, этот уровень, мне кажется, посложнее, чем в оригинальной второй части. Когда стоит соседа. Ой-ой-ой, бежим. Я не уверен, что смогу пройти это на золотую звезду, но в принципе все уровни проходить не обязательно на золотую звезду, потому что это нам ничего в принципе то не даст. Так, берем кукурузу. И спускаемся вниз. Здесь сосед в консольной версии немного под другой последовательности выполняет какие-либо действия. То есть он в оригинальной второй части на компьютере на канате качался, а потом шел вот сюда курил. А здесь он сюда идет, потом идет на быка, уже потом курить и валяться на скамейке. То есть немного изменено. И мамаша здесь не циклически по времени ходит, а именно в какой-то момент, когда сосед, например, приходит качаться на канате, мама идет туда к нему тоже. Быстро, давай. Прячься быстро. Ой, я, кажется, не взял. Так, берем лом. Ой-ой-ой-ой-ой, быстро сюда. Я что-то не подумал, что он сейчас пойдет сюда. Ну ладно. Все, пошли. Надо взять смолу. А, я взял ее. Давайте попробуем отковырять плиту эту. Надеюсь, у нас хватит времени на это дело. Ой, видите? И вторая мини-игра сразу. Я уже не успею ее пройти. В следующий раз давайте. Сразу первая игра. И сразу вторая мини-игра. Зашибись вообще. Никогда такого не видел. Давай, давай, иди, сосед, туда быстро, бля. То есть отковыряли плиту, а потом будем шариться в этой расщелины. Где тело, скелет лежит уже. Там видно, что рубин есть. Что мы, кстати, взяли? Один рубин мы взяли. А там еще один есть. Давай, давай, иди, сосед, отсюда. И мамаша тоже.
Ну, мне долго ждать, а? Наконец-то. Так, попробуем Вуди. Вуди нет, не подходит. А как насчет быка? Нет, бык не подходит. А сосед? Нет, и сосед не подходит. Попугай? И попугай не подходит. Сын Ольги? Возможно. Да, сын Ольги, отлично. Давайте вставим эти глаза. Первый. Второй. Подтачиваем кинжал. Затем. Блин, я не в той последовательности пакости делаю. Надо было начать с красного быка. Блин. Если я не сделаю пакость с красного... этого... не красного, розового вот этого вот быка. Если я не сделаю, я не смогу сделать пакость вот здесь. Хотя... ладно, давайте кукурузу дать попробуем. Попугаем, может что-то все равно поможет. Придется просто взять еще одну потом. Может, счетчик злости не собьется? Так. Теперь отковыриваем эту хрень. О, это больно. А, у него глаз, кстати, пропал, по-моему. Ладно, короче. Теперь смолой покрываем быка. Ждем, когда мамаша уйдет отсюда. Подкладываем бомбу, табакерку. Да, один чувак умер, а сосед вообще ни ранения не получил. Бессмертный сосед вообще какой-то. Так, берем кукурузу. Еще одну. Ни в коем случае нельзя забыть. Ой-ой-ой, он сюда идет. Ладно, здесь будем стоять. Во всяком случае, счетчик злости не собьется тогда. Ладно, если он будет качаться на этом быке вот так, то у нас будет точно время отсюда улизнуть. Все, бежим отсюда. Подрезаем канат еще раз. Подойди к канату, ё-моё. Затем еще раз вставляем глаз. Может быть, это поможет просто на перфект пройти. Вставляем глаз еще раз. А теперь идем сюда. Давай, покури, сосед. Отлично. Даем еще одну кукурузу попугаю. Попугай обосрется. А, монетку надо взять. Из быка просто монетки выпали. И должны вставить мы эту монетку в этот аппаратик. Опа. Да, как известно, быки красный цвет не любят. Кажется, кто-то пытался еще забор покрасить там внизу, да, сдох тоже от этого быка. Все, можно просто стоять и ржать над соседом. Да, и вот камера неудобная, конечно.
Видите, там быки. Там еще два быка. За этим быком они не двигаются. Это обычная фотография, статичная. Да, трехэтажное место. Давай, сосед, иди. Я вставил глаз еще раз, чтобы счетчик злости не сбился, и мы смогли пройти на перк. Вот видите, у него глаз правый, по-моему, пропадает. Ну, может, он закрыт просто. Но выглядит так, как будто у него пропадает глаз серьезным соседа. Давай уже иди вниз, я жду. И бери бомбу. Она нам не пригодится, я возьму ее. Просто, чтоб было. Сосед с жопой в эти шилы падает. И вообще ничего ему не становится. Очень интересный сосед. Не так ли? Ну и давай, последний тебе урок на сегодня, сосед. Так. Да, у нас одна пакость осталась. Отлично. На перфект прошли мы это. Я эти 10 минут потратили на это, но... Даже 11. Но тем не менее прошли уровень. Это что такое? Короче, какие-то тут на экране, как вы видите, появились непонятные точки. Это, наверное, башмаки Вуди и вот здесь тоже. И я нажимаю на кнопки, ничего вообще не происходит. Короче, надо... Сейчас я перезапущу игру. Чик-чик. Короче, произошел глюк какой-то, и этот уровень так и не засчитался нам. Ну ладно, не будем уже его перепроходить, а то просто, возможно, выйдет новый глюк. Еще раз. Просто проходим следующий уровень. Пофигу. Абсолютно пофигу. Нам все равно ничего это не даст. Ладно. Пикник-бот. Снова Мексика. И сосед тоже пытается завоевать сердце Ольги, но все безуспешно. Поехали. Я вот только боюсь, что когда я этот уровень пройду, тоже глюк произойдет. Но надеюсь, что не произойдет. Очень надеюсь. Уровень этот отличается от консольной версии от ПК-шной тем, что здесь нет мамаши. А также нет третьего этажа, но зато есть собака. Собакин. Нет, не пойду, он сюда сейчас пойдет. Иди давай. Даже если мы не прошли уровень предыдущий, и в финальном уровне нам не покажут ролик, но надеюсь, что все-таки покажут. Мы его все равно посмотрим, у меня же он сохранился с предыдущих профилей. Так, берем лопату. Лопаты, кстати, не было в ПК-шной версии. Здесь есть мусор. Мусорка. Давайте пошаримся в мусорке. Может, бармен? Не бармен. А как насчет попугая? Есть. Так, ничего не лагает, но почему-то экран выигрыша. Почему-то какой-то глюк произошел, непонятный вообще. Первый раз такое вижу, у меня никогда такого не происходило. Серьезно. И я этот уровень проходил, кстати, именно на этой версии эмулятора, никаких глюков точно не было. Так, мы все вещи вроде бы собрали. Теперь нам надо подумать, в каком порядке пакости делать.
у нас... Ой, не то. Кладем цветочки. Быку пожрать надо. А теперь цемент в соли для ванн кладем. Пусть теперь он там застрянет. Так, проходим мимо собаки. Какого фига у него вообще собака делает на отдыхе? Блин, термитов-то я не собрал. Ладно. Кормим наш цветок и вставляем челюсти. Челюсти вставляются с помощью мини-игры. ПК-версии такого не было. Ой-ой-ой, давай быстрее. Сосед скоро придет сюда. Ну, уже немного осталось, давай. Нет, не получилось. Ладно, на перфект уже никак не получится пройти. Потому что сосед нас заметил. А счетчик злости из-за этого сбивается. Ладно, ну зубы мы хотя бы вставили. Это уже хорошо. Так, набиваем банку термитами. В аппарат этот. Добавляем перчику. Остров... О, как больно. У нее никакой крови даже не было. Острый-приострый перец добавим. Также добавим банку с термитами в эту корзиночку. Также мы с вами берем этот улей с помощью лопаты. И вставляем его в нашу... Так, с помощью руки статуи подламываем рычаг и вставляем гнездышко. После того, как он открывает банку с термитами, в консольной версии Ольга... Не бьет соседа, вот ПК-версия, она его бьет. Давай быстрее, быстрее, пожалуйста. Я должен успеть. Все, 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 бежим отсюда. Ну и все, осталось две пакости, давай. Отлично. Мы не прошли на перфект, но тем не менее мы прошли. Я вот сомневаюсь, что мы следующий уровень на перфект пройдем. Я вообще сомневаюсь, что мы пройдем его. Но надеюсь, что пройдем. Там просто глюк еще один есть. О, в этот раз глюка не было. Очень хорошо. Отлично. Мы прошли этот уровень, никаких глюков не произошло, слава богу. И остался у нас последний уровень, финал. Там есть, к сожалению, один глюк. Неприятный на эмуляторе. К
Когда попугай врезается в стекло, игра может зависнуть. Мне один подписчик подсказал, что надо сделать, чтобы не залагало, чтобы не завис. Надеюсь, это, конечно, поможет, но нельзя быть уверенным. Но все равно мы попробуем. Когда попугай врезается, игра зависает, и приходится перезапускать эмулятор. Так, сосед, короче, отправляется домой. Так, берем из этого ящичка сигнальные патроны. Этот уровень очень сложный. Так, давайте накроем ковром сюда. Что у нас еще есть? Что еще мы можем взять? Мы должны накрыть ковром. Этот уровень есть. Этот уровень легче тем, что мама не спускается вниз. Она все время лежит в шезлонге. В отличие от ПК-версии. Так, он достает револьвер. Балуется с револьвером, блин. Теперь идет опять попытаться соблазнить Ольгу. Ничего у него не выйдет, конечно. Потому что мы подложим туда кое-какой неприятный сюрприз. Так, давайте пошаримся в сумочке. Как насчет монстра? Монстр, отлично. А как насчет того, чтобы заглянуть в этот ящик? Давайте заглянем в ящик. Так, спускаемся теперь вниз и ждем, когда сосед упадет. Зато и можешь изучить внутренности корабля. Так, одна рыбка выскочила, нам надо будет ее быстро взять. По версии две рыбки выскакивали. И выскакивали они, кстати, когда мы с помощью стекла отрезали канат. Канат, веревку, за которую держится, а здесь немного по-другому. Так, берем рыбку. Здесь надо все делать очень быстро. Надо подложить эту рыбку в горшок с цветами. Так у соседа. Так, у соседа точно не выйдет соблазнить Ольгу, а скорее наоборот получится. Офигеть. Они, видимо, используют еще и водоросли для того, чтобы держать эту штуку. Пыщ! Стекло разбило. Стекло, блин, сломал. Но ничего. Осколок стекла можно использовать для того, чтобы... Я что-то забыл нафиг. Ладно, не будем... Короче, она его там сейчас забьет, у нас нет времени смотреть на это. Мы должны все сделать очень быстро. Взять стекло, а потом подрезать веревку. Сосед там долго будет хныкать из-за того, что у него не получилось завоевать сердце Ольги. Долго будет хныкать, и он пока там хнычет, у нас много времени, чтобы подрезать веревку. А потом еще кое-что сделать. У нас полно времени. Так, мы взяли водоросли еще. С этих самых веревок. Давайте вот в этой трубе спрячемся. И не вылезать из нее ни в коем случае.
Ой-ой-ой, осторожно. Вместо рыбы, как в ПК-шной версии, мы сюда кладем водоросли. Зато мы теперь можем взять тряпку. И вот сейчас будет момент, где может произойти глюк. К огромному сожалению. Все. Берем тряпку. Есть шанс, что это не поможет. Короче, попугай, когда врезается в стекло, очищенное нами, так, отводим камеру. Получилось! Сработало, сработало! Глюк не произошел! Рустам Велиулов, огромнейшее тебе спасибо и привет за то, что подсказал мне эту идею. Отвернуться, чтобы глюк не произошел. Отличная идея, помогло. Блин, я боюсь, что мы жизнь сейчас потеряем, правда. Блин, надо подождать, пока капитан уснет. Зашибись. Давай. Блин, сосед сейчас сюда пойдет, наверное, да? Блин. Давай, пей свой чай и быстро иди отсюда. Ой, падай. В смысле, куда ты, что ты пойдешь-то? Разблокируем штурвал. Блин, уйти там мы не сможем. Черт. Зря я это сделал. Хотя в любом случае, напёр, мы бы не смогли бы удрать от соседа. Но, тем не менее, глюк с попугаем не сработал. Это очень отлично. Это просто отлично. Часто бывает, что когда попугай врезается в стену на эмуляторе, ну вот, в стекло, в это, игра зависает. В этот раз не зависла. Отлично. Похоже, если убрать камеру с попугая, это действительно помогает. И мы, собственно, пройдем этот уровень. Давай, иди. Покрути штурвал. У тебя есть прекрасная возможность побыть капитаном. Надо аккуратнее было крутить штурвал. Что ты натворил? Счетчики злости осталось 5, потому что сосед заметил нас, поэтому... Есть! Мы наконец-то прошли эту игру! Ну что, давайте посмотрим финальный ролик. Там пингвин спрыгнул. Корабль на Титаник похож. Правда, у Титаника было 4 трубы. Есть! Вот и все, дорогие друзья! Мы прошли, наконец-то, как достать соседа на GameCube. Да, вот эту серию, которая... Вот эту серию мы не пройдем, не знаю, почему такой глюк возник. Перепроходить эту серию я не собираюсь, ну ладно. Игра все равно считается пройденной. Если мы пройдем все уровни на золотую звезду, нам это ничего в принципе не даст. Я уже проверял. Ладно. Давайте включим титры. Что? И что я могу про игру сказать?
Игрушка интересная, очень даже прикольная. В отличие от ПК-версии, где первая и вторая часть для две разные игры выходили, ну и на Android тоже в 2017 году. Вот идея объединить уровни из первой в одной части в одну игру, это очень крутая идея, это просто очень крутая идея. Я тут такую же идею использую в создании Яо Портмана ПК Super Mario Bros. 1985 года. Я там из второй японской части, из первой тоже объединял уровни. Видео про эту игру у меня есть на канале. Нет, даже не одно. Может, еще будут видео. Я сейчас разрабатываю дополнение к этой игре. У меня в группе ВКонтакте можно скачать эту игру. А по этой игре что могу сказать? Реально очень прикольно вообще. Консольная версия, она реально лучше. Думаю, что она даже с ремастером. Ремастер даже, который еще так и не вышел до сих пор, не сравнится с этой версией. Хотя, кто его знает. Тут более сложные пакости. Мама соседа даже на первых уровнях есть. Короче, все круто. Может даже профиль он создать. Короче, на этом все. С вас лайкос, подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы, на которых, правда, так и не выходят видео. И на группу ВКонтакте. Всем пока.